твоего отца были у него. Можешь поговорить с ним, как хочешь. Он нам больше не нужен. Взяли по делу твоих родителей, состоял в группировке Званцева, а конкретно под винтом ходил, понял? Винт пропал куда-то. Откуда котлы? Где взял котлы, гнида? Какого фраера, говори, до смерти забью! Ну! Какого фраера? Какого фраера? Костя, молоток. Перестарался. Приказ был только наказать. Он мне должен был. Часы взял, фраера убрал. Чей приказ был? Чей приказ был? Адвоката Званцева. Кто это? Не знаю. Званцев сам приказ передал. Кто там? Это сосед! Здравствуйте. Здравствуйте. Я ваш новый сосед из 30-й квартиры. Да, очень приятно. Арнольд. Олег. Я вот тут фарш принес. Для котлет. Может, ваша супруга пожарит котлеточки? И мы с вами посидим по-соседски. С удовольствием. Заходите. Отличные котлеты. Фарш очень хороший. Где вы его брали? Я на мясокомбинате работаю. Слесарем. А вы, извините, где работаете? Я актер. Служу в театре. А Катя преподает в музыкальной школе. Очень приятно. Ну что, за знакомство? Музыка у вас есть? Да, конечно. Ну, вот, магнитофон хотите? Да, для атмосферы. Позвольте вас пригласить на танец. Конечно. Мне надо сказать вам несколько слов. Говорите. Пойдемте в ванную.
Катя. Катя. Можно Катю? Сейчас она придет. Я домой пойду. До свидания. До свидания, Арнольд. Заходите. Обязательно. Ну и чем вы там занимались в ванной? Разговаривали. Ты знаешь, Арнольд очень интересный человек. Нет, я спрашиваю, чем вы там занимались в ванной? Олег, что ты себе позволяешь? Откуда у тебя эти гнусные мысли? Ты пьян! Катя! Катя! Кать, ну прости меня. О, это мука иметь неверную жену. Она скверняет ваше ложе. Она вытрясает деньги из ваших сундуков. Она бесчестивает ваше доброе имя. Мало того, вам не только наносят оскорбление, но тот, кто оскорбит вас, он приклеивает вам оскорбительное прозвище. Ох уж эти прозвища и клички! Что пред ними имена чертей да нечистых духов? Сатанаил, Вельзевул, Люциферн, Барбазон – все это звучит красиво. А вот рогач и рогоносец да самого дьявола так не называют. Да я лучше доверю фламандцу горшок с маслом, папу Уэльскому кусок сыра. Ирландцу виски, яко накраду коня, чем с жене своей собственную честь. Реплика. Да. Ну что ж. Ну что ж, соседи. Ой, что ж, где? Дело не поправишь. Дело не поправишь. Что сделано, того не изменить. На золото. Мы покупаем землю, а жен сама судьба нам продает. Стоп! Катя! Откройте.
Немедленно откройте. В чем дело, Олег? Где Катя? Олег, что ты себе позволяешь? Как ты себя ведешь? Что ты за дикие вопли, что за хамство? Свободно. Пожалуйста. Ваше здоровье. Судя по вашему лицу, у вас случилось несчастье. Да. Мне изменила жена. Да, измена женщины всегда болезненна для самолюбия мужчины. Со мной случилось дважды. В 1949 году моя первая жена, актриса оперетта. Нет, благодарю. Будучи на гастролях в Сочи, завела роман с героем соцтруда, начальником шахты Степановым Николаем Гавриловичем. И уехала в Воркуту. Посмотрите, ветер тучи нагоняет. Ну и что же? Снова дождь пойдет сейчас. Да, возможно. Значит, многое бывает по причине, не зависящей от нас. У меня жених есть. Это несомненно. Лора, я даю вам слово джентльмена, что на это дело мне плевать. Я не знаю, что мне делать, как мне быть. Жизнь не надо философски подходить. Любой исполни я приказ, пожалуйста. Хотите, чтоб я скрылся с глаз, пожалуйста. Чтоб я луну достал с небес. Чтоб я в огонь для вас полез, пожалуйста. Скорей прошу мне дать ответ. Пожалуйста. Не говорите только нет. Пожалуйста, но я должна.
чуть-чуть скромнее вы. В 1965 году, вернувшись из командировки, я застал свою вторую жену, Зинаиду Николаевну, с начальником финансового отдела нашего министерства Красовским. Страдали? Да. Очень. Хотя это было давно. И что же вы делали? Первый раз развелся. И женился на Зинаиде Николаевне. А второй? Я отравил ее. Она очень любила кефир. Каждое утро и на ночь она принимала по стакану кефира. Кстати, меня это ужасно раздражало. Я терпеть не могу кефир. Ну, короче, я подмешал ей в стакан кефира яд цикуты. Весьма редкий в наши дни яд. Если помните, его принял древнегреческий философ Сократ, когда Афинский суд приговорил его к смерти за антигосударственную пропаганду и за пренебрежение к богам. Друзья уговаривали Сократа бежать или подать прошение о помиловании, но Сократ отказался. 30 дней он ждал смерти, потому что священный корабль еще не вернулся с острова Делос, куда он отправился для принесения жертв в честь рождения Аполлона. А по законам Афин город нельзя было осквернять казнью, пока священный корабль не вернется в родной порт. В день, когда на горизонте показался парус, служитель принес Сократу чашу с цикутой, и философ сам выпил яд. Было это 2500 лет тому назад. Убейте ее, мой друг. Убейте, вот вам мой совет. Дайте ей яду и точка. Поверьте, это единственное правильное решение в вашем случае.
Привет. Чего ты такой мрачный-то? Не выспался, что ли? Арнольд, я прошу вас, не ходите сюда больше. Не понял. Неужели вы не понимаете, что ваши отношения с Катей, как бы это сказать, немного ненормальные? Чего ненормального? Ты чего, Олег? Арнольд, я категорически настаиваю, чтобы вы перестали сюда ходить. В чем дело? Что случилось? Я зашел, а он говорит, не ходи сюда больше. Как? Олег, как тебе не стыдно? Как ты можешь так обращаться с людьми? Сейчас же извинись перед Арнольдом. Да я что? Я, пожалуйста, могу и не ходить. Зашел-то, соли хотел взять. А он накинулся, говорит, не ходи. Извините, Арнольд. Идите к себе, я сейчас приду к вам. Узлы нервной системы. Я очень люблю этот яд. Смерть от него наступает мгновенно. Именно этим ядом Калигула отравил Тиберия. Это асклепит. Действие его приводит человека в состояние экстаза, приближающегося к блаженству. Лично мне это кажется слишком жестоким. Дать человеку блаженство, а потом умертвить его. Однако древние арии обожествляли этот яд. Они называли его напитком бессмертия. И, наконец, знаменитая Кантарелла. Яд, рецепт которого получил от своей мамы-аристократки в 16 веке папа римский Иоанн VI Борджиа. Человек, отравленный этим ядом, умирает в страшных мучениях. Именно этим ядом Александр VI любил травить своих кардиналов. И откуда они у вас? Я сам изготавливаю их. И всегда ношу с собой. На всякий случай. Нет, я не смогу отравить Катю. А вы думаете, мне легко было дать кефир с ядом Зинаиде Николаевне? Однако, как только я представил, как она стонет, отдаваясь этому негодяю Красовскому, рука моя не дрогнула. Это мгновение мне стало жалко ее. И я чуть было не дал ей противоядие, лапку вороны, растертую с яичным порошком. Но я снова представил ее в объятиях Красовского, и жалость покинула меня. Представьте вы себе вашу супругу в ванной, сладострастно извивающуюся
в железных объятиях соседа. Может, она и хотела бы вырваться, но не может. Его стальные пальцы впились в ее мягкие розовые ягодицы. Разве этого мало, чтобы вами овладел справедливый гнев? Разве этого недостаточно, чтобы вы совершили справедливое возмездие? Я готов. Отлично. Теперь, прежде всего, давайте решим, какую из ядов вы хотите употребить. Предпочитаете ли вы, чтобы ваша супруга ушла в мир иной в страшных, непереносимых мучениях, содрогаясь в конвульсиях и покрываясь язвами, или легко и безболезненно? Я думаю, все-таки легко и безболезненно. Великодушное решение. Тогда это будет асклепит. Теперь давайте решим, как это сделать, чтобы не навлечь на себя ни малейшего подозрения правоохранительных органов. Как? Я бы рекомендовал вам способ, которым в 4 веке до нашей эры персидская царица Парисатида отравила свою невестку Статиру. В то время, когда в долинах великих рек создавались и гибли могущественные державы, персидский царь Ксеркс, покорив хеттов, основал великую империю. Одна из жен Ксеркса, Парисатида, решила возвести на трон своего сына. Она соблазнила начальника царской гвардии и уговорила его убить царя. Парисатида страстно любила сына. Все, что она делала, было ради него. И теперь, когда он стал царем, она была счастлива. Но Артаксеркс женился. Парисатида стала ревновать сына к его юной жене Статире, которую он очень любил. Она решила отравить невестку. Опасаясь друг друга, обе женщины ели одни и те же кушанья с одних блюд и тарелок. Однажды, поданную к обеду дичь, Парисатида разрезала ножом, который с одной стороны она смазала ядом. Статира умерла в страшных мучениях, но перед смертью она успела сказать Артаксерксу, что ее отравила его мать. Приказав казнить всех слуг матери, Артаксеркс ничего не сказал ей и не сделал дурного. Он отослал ее в Вавилон, и она больше никогда не видела сына. Девушка, мне курицу, пожалуйста. Вам побольше или поменьше? Побольше.
ты дома? Да. У нас репетицию отменили, и вот я. А чем у нас так вкусно пахнет? Так, я курицу пожарил. Ты пожарил? Чего это вдруг? Ну как? Ты же любишь курицу. С горошком. Обожаю. Ну ты иди, иди, садись за стол. Я сейчас принесу. Ты меня сегодня приятно удивляешь. Приятного аппетита. Кто это? Не знаю. Мамочка, привет! Ой, Кадоргинку вам привезла. Здравствуй, пупсик. Здравствуй. Какая у тебя шляпка? Нравится? Да, очень нравится. Пупсик, давай, давай. Потом. Ну, проходи, как я рада тебя видеть. Ну, здравствуй, зятёк. Здравствуйте, Евгения Ивановна. Ешь, мамочка, ешь. Спасибо, доча. Не трогайте. Что? Ешь, мамочка, ешь, это мой кусок. Не трогайте, я сказал. Да что же это такое, Олег? Что ты себе позволяешь? Надо же, кусок курицы родной тещи пожалел. Да не жалко мне, вот ешьте мой кусок. А зачем мне твой кусок? У меня, слава богу, родная дочь есть. Ешь, мама. Что же это такое, а? Совсем обнаглел. Какой позор. Боже, как я могла жить с таким чудовищем. Негодяй. Все, я ухожу от тебя. После того, что ты сделал, нас ничего не связывает. Дотечка, ты моя несчастная. Thank you.
Ты все взял? Телевизор еще остался. Значит, она хотела слопать курицу, а вы выхватили у нее изо рта и выбросили в окно. Вот такой же забавный случай произошел с папой римским Александром VI. Он хотел отравить своего друга, кардинала Адриана де Корнетто. И по ошибке сам выпил вино с ядом. Нет, спасибо. Через 5 дней папа умер. В страшных мучениях. А что, вы так любите свою тещу? Да нет, честно говоря, не очень. А почему же вы не дали ей съесть курицу? Как, я же хотел отравить Катю. Евгения Ивановна здесь абсолютно ни при чем. А, вот видите, мой друг, к чему приводит милосердие. Теперь эта троица собирается оттяпать у вас квартиру. Но что же мне теперь делать? Отравить всех троих. Как троих? А почему так округляете глаза? Нерон, между прочим, отравил полсената. Известна неаполитанская отравительница Тофана в 17 веке. Отправил на тот свет более 600 человек. Так что не вижу ни малейшей причины так вот округлять глаза из-за вздорной старухи, похотливого слесаря и неверной жены. Ну, в конце концов, для начала отравите одного слесаря, а там посмотрим. Может, ваша жена одумается, вы восстановите семью? Или вам слесаря жалко? Честно говоря, Арнольда мне абсолютно не жалко. Но никого травить я больше не собираюсь. Олег. Иди кофемолку-то. Он. Чайник не велели тоже взять. Послушай, Олег, а мамаша, она вообще как? Надолго сюда приезжает? Когда как, бывает и на полгода. Вот тяна. Чего ты с этой курой завелся-то? Съела бы, старуха, кусочек. Слушай, что же это получается-то, а? Ты теперь один в двухкомнатной квартире. Я с твоей женой, с твоей мамашей однокомнатной. Нечестно. Давай меняться. Как это меняться? Вам же все равно эту квартиру делить. Да? С чего это? Эту квартиру моя мама купила, когда я женился. На 3 работах работала и по копеечке эти деньги собирала, чтобы мне эту квартиру купить. Значит, я должен твою жену кормить и поить, и ее мамашу в придачу. А ты здесь один кум королем будешь жить? Нет уж, дудки! Или меняться, или забирая к чертям собачьим назад! Пошел вон отсюда, хам. Что? Я говорю, пошел вон отсюда, хам. Кофемолку отдай, чайник. Ничего вы у меня не получите. Ах, так? Ну, посмотрим, чья возьмет. Ты еще у меня заплачешь, блин. И кулаком здесь не машите! Не машите кулаком! И чтобы ноги вашей в моей квартире больше не было!
Ах ты гнида! Ты мне из этой квартиры завтра вылетишь, как пробка! Да вы у меня вылетите! Я тебя знаю, ты у меня в ногах валяться будешь! Что здесь происходит, Арнольд? А он не отдает ничего! Ни кофемолку, ни чайник, ничего не отдает! И орет еще! Я участкового вызову. Ты мне завтра сидеть будешь 5 суток. Как это ничего не отдает, Олег? Да как ты смеешь? Сейчас же отдай мои вещи! Это моя кофемолка! С каких-то пор она твоя. С тех самых пор, как подарила нам ее моя мама. Совесть надо иметь, Олег. Совесть. Совесть? Да. Про совесть не надо. Про совесть это вы себе скажите. А твоя мама нам никогда ничего не дарила. Один раз утюг на свадьбе, тот оказался сломанный. А вот эту кофемолку, между прочим, я на свои деньги купил, на свои, на заработанные. Какой же ты негодяй, Олег. На какие свои деньги? Я себе пару колготок не могу купить. Ты страшный человек. Завтра я подаю на тебя в суд, на раздел имущества и квартиры. Не посмеешь ты больше сюда своих проституток водить. И не надейся! Да, не ожидал от тебя. Такого, Олег, не ожидал. Здравствуйте. А что, вы часто пользуетесь услугами проститутки? А какие проститутки? Что вы ее слушаете? Какие проститутки при моей зарплате? Врет она все. А знаете, после кризиса это не так дорого. Особенно подальше от центра. Бирюлево. Северное Бутово. Подождите. Как вы, собственно, здесь оказались? Я? Случайно. Я шел мимо, решил зайти. А? Можно зайти? Да, конечно. Заходите. Значит, эта дама на лестнице была ваша супруга? Да. А этот тип, тот самый слесарь и любовник? Да, это он. А. Да. Все-таки я никак не могу понять, почему вы не хотите их отравить? Одного взгляда на них достаточно, чтобы понять, что эта парочка оттяпает у вас в эту квартиру 2 счета. Мало того, что ваша жена завела себе любовника, она еще с этим любовником из дома хочет вас выгнать. Имея гораздо менее серьезные основания, король Англии Генрих VIII обезглавил 2 из 6 своих жен. Маршал Франции Жюль де Ретс по прозвищу «Синяя борода» разрубил на мелкие кусочки 12 своих жен и любовниц. Даже Иоанн Грозный, куда более терпимый муж, утопил одну из своих жен, а 6 остальных заточил в монастырь. А вы? Что я? Да вы только представьте себе, что в вашей квартире, вот на этой постели, они будут совокупляться. И при этом смеяться над вами. Нагло, беззастенчиво насмехаться. А вы, точно бездомный пес, будете валяться на улице под забором, мокнуть под проливным дождем. Приди Господь сейчас оказаться на улице, да? А он там? Где же ему еще быть-то? Ну, пойди посмотри, что он там делает. Под забором лежит. Промок весь видно.
А зонта у него нет? Откуда? Мы же у него все имущество оттяпали. По стыду. Я готов. Тогда подарите ей перчатки. Как это сделала в 16 веке королева Франции Екатерина Медичи. Борясь за власть, она подарила Жанне д'Альбре, королеве Наварской, напитанные ядом перчатки. Бедняжка делала их на бал. Поры яда проникли в ее мозг, и она покинула этот прекрасный, яростный мир. Так много выдающихся людей на своем дне рождения. Спасибо. Знаете, вы очень похожи на этого господина. Да, да, многие говорят, что я на него очень похож. Но, разумеется, это простое совпадение. Ни в каком родстве мы не состоим. А кто он? Папа Римский, Александр VI, Борджия.
Как он здесь оказался? Ну, не знаю, приехал, наверное, на чем-нибудь. Может, на машине, может, на поезде. Да он же жил в 16 веке. Справа от него его сыночек Чезаре. А слева дочурка Лукреция. Они оба с ней спят. И папаша, и братец. А, простите, вы кто будете? Кардинал де Корнетто. А вы? Прохоров Иван Петрович. А это мой друг Олег, актер. Актер театра. Здравствуйте. Вот вас я что-то никогда здесь не видел. А он здесь впервые. Отравил свою жену, тещу и соседа слесаря Шарапова. О-о-о. Благодарю вас. Спасибо. Все? Дамы и господа, что правит этим миром? Страсти? Какие из страстей человеческих наиболее могучие и прекрасны? Алчность, зависть, ревность, властолюбие? Кому не хочется, хрустя $100 ассигнациями, подкатить на роскошном ягуаре к отелю «Шаратон Гавайи»? Кто не хочет обладать роскошной мулаткой на песчаном пляже Акапулько? Кто хоть на минуту не представлял себя хозяином Белого дома, Букингемского дворца, Кремля? Кто испытывал жгучей ненависти к другу, получившему наследство? У кого не темнело в глазах, когда он видел, как его жена не сводит глаз с какого-то смазливого юнца? Травите, господа, травите всех, кто стоит у вас на дороге, власти, богатству, славе. Травите отцов, матерей, братьев, сестер, друзей, врагов, соперников и соперниц. Травите любимых и ненавистных. Травите праведников, блудниц, злодеев, святых. Травите, и вы обретете бессмертие. Ибо бессмертен только один божественный напиток, имя которому – яд. Вальс. Мадам, у вас необыкновенные духи. Вам нравятся? Это духи Бьянки. Они изготовлены по флорентийскому рецепту. А эти перчатки мне подарила королева Франции, Екатерина Медичи. Кто вы? Как вас зовут? Я Жанна Дальбре. Королева Наварская. Случилось. Жена с дачи вернулась. Какой позор. Эта ужасная женщина назвала меня проституткой. Ударила маму.
А ты даже не заступился. А что, я драться с ней должен? Она мастер спорта по гребле. Давит так, что кости не соберет. Ничего, ничего, я ей тоже рожу-то расквашу. Она у меня целую неделю не сможет выходить с такой рожей-то. Подождите. А вы что, здесь жить собираетесь? А куда нам деваться? Она туда-то не пустит. Так не пойдет. Я не хочу с вами жить. Что же, нам на улицу теперь идти? Почему на улицу? Отправляйтесь к Евгении Ивановне в Химки. Как тебе не стыдно, Олег? Твою жену унизили, оскорбили, а ты вместо того, чтобы пойти поставить на место эту хамку, ты торгуешься из-за квартиры. Олег, ну ей-богу, ну? Родную жену и тёщу на улицу гонишь? Да почему на улицу? Я говорю, отправляйтесь к Евгении Ивановне. В Химки. Ай, негодяй, ты хочешь осуществить свою заветную мечту? Избавиться от меня, привезти сюда развратных женщин, превратить дом в бордель? Не бывать этому! Олег, если по совести, то в Химки тебе надо ехать. Сейчас. Да вы про Химки-то забудьте, в Химках-то моя жилплощадь. А ему куда деваться? Пусть идет к своим подружкам. Я всегда знала, что ты мне изменяешь. Ты сексуальный маньяк. Молчи ты, дура! Замолчите вы все. Твари, твари бесстыжие! Кто это? Здрасте. Меня зовут Зоя. Я жена вашего соседа, Арнольда. Проходите. Зоя. У меня пропали драгоценности. Ну, а мы-то здесь при чем? Отдайте сами. А то буду обыскивать. У кого найду, тому не сдобровать. А что пропало-то? Гранатовые серьги, золотой кулон и цепочка серебряная. Считаю до трех. Я не брала. Что-то мне лицо ваше знакомо. А вы не актер Олег Волков? Да, это я. А я в вас так была влюблена. Я на все ваши спектакли ходила. Вы тогда играли в театре Гоголя. Да, теперь я в другом театре служу. Я вам даже один раз письмо написала. Ну, вы, наверное, не читали, конечно. Простая девушка пишет письмо известному артисту. Нет, почему же? Я помню ваше письмо. Да. Когда ночь опускается на город, я думаю о тебе. Когда я утопаю в объятиях Морфея, я шепчу: приди ко мне. Зоя Филимонова. Да. Это мое письмо. Как дела? Олег, а что вы здесь делаете? А я здесь живу. Это моя бывшая жена. Это моя бывшая теща. А это... Это мой бывший муж. Идемте ко мне. Я вас чаем угощу. Идемте. Вам никогда не хотелось убить свою жену? Почему вы об этом спрашиваете? Знаете, мне иногда хотелось убить мужа. Из ревности? Да нет, вовсе нет.
Один раз он сидел на вашем месте, пил чай, а я ела блинчики с мясом. И вдруг подумала, я сейчас возьму и вилкой ткну ему в глаз. Мне так хотелось сделать это, что я вынуждена была уйти на кухню. А второй раз он курил на балконе, в одних трусах и майке. А я смотрела на него сзади и вдруг представила, как я подбегу к нему, схвачу за ноги и перекину через перила. А вы что, так его ненавидите? Да нет. Я очень хорошо к нему отношусь. Просто иногда лежишь в постели и думаешь, вот, рядом лежит мертвец. И я сейчас к нему повернусь, а у него глаза стеклянные. Я вспоминаю, как я в первый раз тебя увидела. Ты играл Евдокимова в спектакле «104 страницы про любовь». Да, было дело. Ты мне ужасно нравился. Особенно в финале спектакля, когда Евдокимов узнает, что его возлюбленная стюардесса Наташа погибла, спасая детей из загоревшегося при посадке самолета. Ты тогда стоял и просто смотрел в зал. Чезаре Борджиа. Чезаре? Угу. Сын папы Александра VI? Да. Он был фантастический негодяй. Он спал со своей родной сестрой, а когда узнал, что она одновременно спит с его родным братом, он убил его. Он добивался любой женщины, которая ему нравилась. А присытившись, он их убивал и тела бросал в Тибр. Однажды он со своим отрядом захватил город Капую и перебил 7000 жителей прямо на улицах. 300 самых знатных женщин города заперлись в башне. Тогда Чезаре взломал двери, выбрал себе 40 самых красивых горожанок, а всех остальных подарил своим солдатам. В другой раз Чезаре с отцом задумали отравить 3 кардиналов, чтобы завладеть их деньгами. Александр VI пригласил их в сад неподалеку от Ватикана отобедать. А Чезаре приготовил 2 бутылки отравленного вина и передал их своему слуге. Это вино подашь по моему знаку и только тому, на кого я укажу. Я их сам понесу. Только смотри, не перепутай.
Ну что, пойдем пообедаем. Угу. Чезар, я медальон забыл. Ну и что? А, ну ты же знаешь, что астролог Лималина предсказал, что меня не возьмет ни железо, ни яд, пока медальон со святыми дарами будет со мной. А. Корнетто, сбегай во дворец, принеси мой медальон. Ты знаешь, там в спальне стоит стол, на нем святое писание. На писании должен лежать медальон. Джованни, принеси мне стакан вина. И мне принеси стакан. Его Преосвященство велел налить два стакана вина. Ты что делаешь, дурак? Тебе сказали, вот это вино. Александр VI умер через 5 дней. Тело его ужасно распухло, и от него исходило такое зловоние, что, несмотря на обычай целовать усопшему папе руку, никто на это не отважился. А Чезаре отчаянно боролся за свою жизнь. Он никак не хотел уходить из этого мира, полного наслаждения и удовольствия. Чтобы изгнать из организма яд, он принимал необычные ванны. Thank you.
то ли благодаря ваннам из бычьей крови, то ли просто по причине своего крепкого здоровья, но Чезаре все-таки выжил. А почему ты считаешь, что я мог бы сыграть Чезаре? Я не знаю. Просто ты мне ужасно нравишься. Ой, какие сырники. Ты попробуй. Да я и так вижу. Тебе нравится? Угу. Ты знаешь, мне мама всегда на завтрак делала сырники. Правда? Угу. Я тоже всегда буду готовить тебе на завтрак сырники. Кто это? Я не знаю. Здрасте. А вам кого? Здравствуйте. Я Прохоров. Приятель Олега Волкова. Я могу его видеть? Да. Олег, к тебе пришли. Проходите. Ах, вот вы, значит. Здравствуйте. А я к вам туда зашел, а ваша теща говорит, что вы там уже больше не живете. Да, это правда. Я ушел из дома. Познакомьтесь, это Зоя. Это... Иван Петрович. Зоя. Ой, вы что, сырники кушаете? Да. Вы хотите? О, с удовольствием, Машер, с удовольствием. Вы проходите в комнату, я вам потом принесу. Проходите. Олег, что, с ума сошли? Почему? Вы не решили вопрос с первой женой и уже опять вляпались. Олег, друг мой, нельзя жить одними инстинктами. Вы же не животное. Ну, я ее полюбил. Зоя любит меня уже несколько лет. Вы знаете, она меня еще в театре увидела, тогда и полюбила. Ну, друзья, с вами не соскучишься, ей-богу. Хорошо, к делу. Вы перчатки купили? Нет. Очень хорошо. У меня есть новый прекрасный план, с помощью которого вы одним ударом избавитесь от жены, и любовника, и тещи. Уж бы. Чистую совесть, можешь создать новую семью. Иван Петрович, вы знаете, спасибо вам, конечно, но мне ничего этого не нужно. Чего не нужно? Вы что, хотите отдать этим негодяям мамину квартиру? Ну, пусть живут. Бог с ними, а мы здесь Зоей будем. Сырники готовы. Там сметана и мед. Как прекрасна женщина. До брака. Спасибо, милая Зоя, но мне пора. А как же сырники? В другой раз, Маша. До встречи. До свидания. До свидания. Убежден, до скорой. А кто это? Знакомый. А чем он занимается? Он... пенсионер. Вот что. Пойди забери свои вещи из той квартиры. Мы теперь будем жить вместе. Всегда. Эту квартиру ему точно присудят, раз ты здесь не прописана. Что ж, будем жить в твоей квартире. Они сюда уйдут, а мы там будем жить. Я там тоже не прописан. Как не прописан? А где ж ты прописан? У отца, в Одинцово. Ну, там брат Николай с женой и детьми живет. Ну, черт. Он часто молчал, гусларчатый. Я молчал. Вы спрашивали? Выходит, нам кроме химок и жить негде. Ну, про химки-то вы забудьте. Да, влипли по самые уши. А Олег в полном порядке. Жизнь Зои здесь будет, а то еще сдавать за баксов 300. Что же нам делать? Отравить их. Отравить Олега? Обоих? Да.
Другого выхода я не вижу. Пригласим в гости. Нажарим котлет. И присыпем ядом. Кретином. Боже, да что вы такое говорите? Да где? Где мы яд-то возьмем? У Альберта наверняка на работе есть. Есть, есть. Найдется. А где вещи, Олег? Что с тобой? Твари. Что ты говоришь? Твари. О чем ты? Эти твари решили отравить нас крысиным ядом. Кто? Какие твари? Катя Арнольд и Евгения Ивановна. Не может быть. Я случайно подслушал разговор. Они решили отравить нас и завладеть нашей жилплощадью. Да ты что? Какая низость. Сейчас я пойду, я навешу им по первое число. Подожди. Подожди. С этой компанией нужно кончать. Угу. Раз и навсегда. Это они. Сделаем вид, что мы ничего не знаем. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Да нет, мы... Да мы на минутку. Да. Что ж на минутку? В кои-то веки зашли, так давайте посидим по-соседски. Я чаю приготовлю. Ой, нет, нет, не беспокойтесь. Ну, Альберт. Арнольд, мы тут посовещались и решили вас в гости пригласить. Нас в гости? Да. Да, а что? Посидим, покушаем, выпьем по-соседски. А что зло друг на друга держать? А мы на вас зла не держим. И мы не держим. Да. Мы дружить с вами хотим. И мы хотим. Так вы, значит, нас в гости пригласить пришли? Да. Да, да. В гости. В гости. Покушаем, выпьем. Вы как? Мы с удовольствием. Воскресенье вас устроит? Да, вполне. Ну... Тогда мы пойдем. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Какие лицемеры. Я еле сдерживалась, чтобы не наброситься, надавать им как следует. Спокойствие, спокойствие. Кошка начала охоту на мышек, но кошка сама попадет в мышеловку. Актер Олег Волков? Это он. Да, это я. Вас хотели видеть папа Александр Шестов. Боже, какая честь, какая честь. Следуйте со мной, пожалуйста. Прошу вас. Намереваетесь отравить свою жену, ее любовника слесаря Шарапова и тещу Евгения Ивановна Холодкова. Да-да, эту самую госпожу Холодкову. Да, я. Превосходно.
Могу ли я вас просить отобедать с нами? С удовольствием. Ты кто? Прохоров Иван Петрович. В прошлом работник Министерства тяжелого машиностроения. Нынче состою на пенсии. А, Чезарь, я вспомнил, это он. Отравил свою вторую жену, налил ей цикуту в кефир. Помнишь эту историю? Ну и что? Я, ваше сиятельство, как бы учитель господина Волкова. В некотором роде его духовный наставник. Да ладно, черт с ним. Пусть, о, прости господи, пусть идет. Прошу вас. Позвольте познакомить вас с нашей компанией. Знаменитый римский император из рода Клавдиев Гай Калигула. Великолепный знаток ядов, проверял их на рабах. Отравил своего отчима, императора Тиберия, еще много-много других. Еще один знаменитый император, Нерон, со своим сообщником, знаменитым отравителем Лакустой. Так, персидская царица Парисатида. Королева Франции, Екатерина Медичи. А, увы, да. А, маркиза Мари Мадлен де Бренвилье отравила собственного отца. Проверял действие ядов на больных, которых навещала в больнице. Приветствую. Доктор Эдма Костан. Отравил всех своих братьев в надежде получить их состояние. Боже, какая красавица! Мой друг, властелин Крыма хан Менгли Герей, замечательный образец восточного коварства. Американский школьник Билли Холмс. Бабушка подарила ему на Рождество набор «Юный химик». Так малыш оказался настолько смышлен, что за 2 года отравил своих родителей, бабушку, сестренку, дядю Джона и преподавателя физкультуры. Ну ладно, иди, ешь, ешь. И что самое замечательное, все ядами собственного изготовления. Моя дочь... Лукреция. Лукреция. Сожительствуй со мной. И одновременно с моим сыном, своим братом Чезаре. А, я вас не познакомил. Мой сын Чезаре. О, папа. Здравствуйте. Я очень много слышал о вас. Садитесь рядом со мной. Господа, господа, господа. Прошу всех к столу. Чем Бог послал? Покушай немножко, да? Пойдем, 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 пойдемте к столу, к столу, к столу, к столу. Хочу поднять первый бокал за нашего гостя. Господин Волков решил отравить свою жену, ее любовника, слесаря Шарапова, и тещу,
А, как я все время забываю. Холодкова. Евгения Ивановна, а? Да-да, совершенно верно. Госпожу Холодкову. Пожелаем ему удачи. Браво, Олег! Браво, удачи! Удачи вам. Благодарю. А что, позвольте узнать, послужило причиной вашего решения? Ревность? Так точно, ревность. Его жена с этим самым слесарем запиралась в ванной. А теперь она вообще к этому слесарю ушла. Да ладно, ушла. Но она еще претендует на мою жилплощадь. Как? С какой стати? Эту квартиру моя мама купила. На свои собственные деньги. Катя там даже не прописана. Она прописана у Евгении Ивановны в Химках. Ну, с тем, чтобы, когда Евгения Ивановна умрет, квартира не пропала. А? Так пусть они в Химки едут. Я и говорил. Езжайте в Химки. Они же не хотят. Какая наглость. Мой отец тоже хотел лишить меня фамильного замка. Не вышло. А как вы собираетесь отравить ваших родственников? Каков, так сказать, план? Да. Скоро Новый год. Я вам песенку спою про 5 минут. Эту песенку мою пускай поют. Пусть летит она по свету, я дарю вам песню эту, эту песенку про 5 минут. 5 минут, 5 минут, ой, часов раздастся вскоре. 5 минут, Николай, ты неловко лица. Помиритесь. Может, это мой брат Николай? 5 минут, 5 минут, разобраться, если строго, даже в эти 5 минут. Счастье. Это квартира актера Волкова? Нет, это наша квартира. Актер Волков здесь больше не живет. Ну ничего, вот вам подарок от мэрии и правительства Москвы. Ой, спасибо. Только это самое, может, в рюмочку? Нет, нет, спасибо, спасибо. У нас еще 6 адресов. Да. До свидания. С Новым годом. До свидания. С Новым годом. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ну все. Сейчас елка оттает, и пары яда проникнут в мозг и в центральную нервную систему. Я тебя обожаю! Отличный замысел. А какой яд вы собираетесь использовать? Могу порекомендовать вам духи Бьянки. Иван Петрович рекомендует мне использовать кантареллу. Это хорошее средство. От него лопаются глаза, выпадают волосы, и тело покрывается ужасающими язвами. Хорошее средство. Вы сами не боитесь смерти? Смерть? Наверное, боюсь. Смерти боятся все. В ту ночь, когда Сенат объявил меня врагом народа, я решил покончить с собой и принять яд. Но я так боялся умереть, что не смог этого сделать. Тогда мой раб вонзил мне меч в горло. А я ничего не почувствовал. Заговорщики подошли ко мне сзади и отсекли голову. А потом они убили моих детей. А я тяжело умирал. Вспоминать не хочу. Кстати, а как ты умер, Чезаре? Я умер через 4 года после тебя. После твоей смерти удача отвернулась от меня. Враги, прежде трепетавшие при одном упоминании моего имени, стали преследовать меня, как зверя. Друзья, впрочем, я никогда не имел друзей. Десятого марта 1507 года я
попал в засаду. Ты же мог спастись. У тебя был прекрасный конь, а сам ты был одним из лучших всадников Европы. Люди, которых я встречал на своем пути, испытывали ко мне разные чувства. Восхищение, страх, ненависть, зависть, но... Никто никогда не любил меня. Просто я устал от жизни. Искал смерти. В 1492 году, когда Колумб подплывал к берегам Америки, молодой Чезаре Борджи спешил в Рим по вызову своего отца, который был избран главой Римской католической церкви. Получася езды от Рима, он увидел чудесную долину и остановил коня. Он знал, что там, куда он едет, его ждут сражения и слава, любовь и измена, убийство и богатство. Он всегда стремился к этой жизни. Но сейчас он вдруг подумал, как хорошо поселиться и прожить в этой прекрасной долине до конца своих дней. Все события этого фильма основаны на достоверных фактах и имели место летом и осенью 2000 года в городе Москве. В настоящее время актер Олег Волков развелся с Катей и женился на Зое. Катя вышла замуж за Арнольда. Обе пары теперь вполне счастливы и даже иногда заходят друг к другу в гости.
Евгения Ивановна недавно скончалась от сердечного приступа. Иван Петрович Прохоров обменял свою квартиру в Москве на квартиру в Ялте. Он принял украинское гражданство и переехал в Крым. Олег продолжает играть в театре, и не без успеха. Недавно один молодой, но уже известный режиссер приступил к работе над спектаклем о жизни семьи Борджиа и предложил Олегу роль Чезаре.